Так, всем привет. Очередная безделушка с Али. По идее, это должен быть, судя по трек-номеру, объектив для камеры сотового телефона. Ну, как сейчас называют, на самом деле смартфона. Надеюсь, это он и есть. По картинке похож. Напоминаю, видео такие делаю обязательно, даже если они не идут потом на канал. Так что уж извините, особо сильно не стараюсь. Моя миссия, чтобы это устройство работало. И все. Уж если оно плохое, то я это видео предоставляю продавцу. Ну, зажимку уже видим. Сейчас камеру опущу, малеха. Зажимка вроде в норме. Ой, блин. Я бы сказал, что она даже слишком в норме. Она вот изнутри, из какого-то материала, на ощупь, я не знаю, как липкая бяка. То есть очень нескользящая, скажем так. Ну и как я предполагаю, почему-то, хоть она и пыльная, но она должна прикручиваться уже к телефону. Точнее, одной стороной крепимся, а с другой стороны крутимся. Как бы экран только не раздавить из-за этого. Ну да. Лишь бы экран не раздавить. Ладно, это мы подготовили. Дальше смотрим, видимо, сам объектив. Необычно. Такого большого у меня еще не было. Да что ж ты? В ту. Что ж мы не крутимся? А, во, попал. Резьба. Круто. Визуально все цело, то есть, видимо, жаловаться пока не на что. А вот это вот не радует. Понятно. То есть, нужно будет пользоваться зумом, видимо. Чтобы растянуть вот так вот во весь экран. Ага, линза двигается. Сейчас попробую поймать свет, чтобы можно было это показать. То есть он зумируемый объективчик. Так, надо убедиться, что я в центре. Ну, конечно, нет. Так, попасть в центр. Придерживаю, чтобы не сдвинуть. Накрутим эту безделушку. Не знаю, что она мне даст, доказал так по приколу. Ой, куда кнопку ткнул. Так, теперь посмотрим, что будет, если его крутить. Понятно, фокусное расстояние вблизи не поймается никак. Ай, придется идти к окну. Как бы это моя пирамида с камерой и с кучей всякого не ёпснулась. Она, в общем-то, фокусируется. Так, а теперь покрутим. О! Добился резкости. Все понятно. Вот это колесико, это значит фокус все-таки. Я как на нормальном фотоаппарате передвигаю фокус. Блин, прикольно.
Ладно, пару снимков есть. А сейчас в нормальных условиях посмотрим, что получилось. Ну, в общем-то, неплохо. То есть, если снимать со штатива, то довольно-таки неплохо получится дальние фотки. Ну что, неплохо. Жалко только, что кружочек внутри. Ай. Ну, то есть, напоминаю, если зум отъехать обратно, мы получаем круг. Это единственный косяк. А в остальном довольно-таки неплохо. Ну, макро, я так понимаю, она нифига не берет, предполагаю. Сейчас, конечно, попробуем. Вот мы на тряпочку пытаемся сфокусироваться. Покрутим фокусировку. Нет, значит, она вблизь нифига не ловит, только вдаль. Ну ладно. Значит, это именно далекий объективчик. Я, к сожалению, не фотограф. Правильное название не помню. То ли телевик, то ли наоборот. Но суть в том, что объектив работает. К продавцу претензий нет. Если кому нужна такая же пушка, чисто поиграться, потому что практического применения я от нее не вижу, ну, ссылочка будет под видео. А так, выглядит он неплохо. Данные заглушки на обе стороны, чтобы пыль его не покрывала. А, и вот, кстати, шкала, видимо, с дальностью. То есть, когда вы ее крутите, тут вон полосочка передвигается. Я думаю, так. Ну, вот такой вот он объективчик. С изменяемым фокусным расстоянием. Брал на Али. Ссылка будет под видео в описании, само собой. Ну и как всегда, если кому понравилось, рекомендую подписаться. Следим, общаемся, обсуждаем. Всем пока, с вами опять был Латуха. Так, по пути на почту за очередной посылкой я вдруг задумался. Вот такой вот спам раскидывают в почтовый ящик. Это еще ладно. Тут как бы один листик, денег он не стоит. Но извините, вот. Сейчас поменяю. Второй вид спама. Мне извините, но сколько тут листьев? Это же все денег стоит. Это ж капец. Вот такая фигня никому не нужна. Сразу летит в мусорку. А ведь кто-то за это платит. Скажите мне, кому это вообще надо? Да остановись, ты фокус дай. Во. Ведь тут всего лишь то же самое, что в интернете дофига рекламируется. Но я думаю, такая книженция стоит рублей, наверное, 10. И это разложили по всем ближайшим домам у нас в районе. В каждый почтовый ящик. Ну, может, даже из-за огромной партии не 10, а рублей 5. Но мне извините, это же какие вложения. Ведь самое главное, что купит, ну, не знаю, с квартала человек 10. Ну да. Фронталка через open камеру очень хорошо пишет видео. Утверждаю. Я думаю, вы тоже.